ваши ноги, на самом деле, должны быть подвижны. Потому что сначала он должен набрать дистанцию, а потом уже уходить из-под мяча. Вот здесь опасно, что я его буду ронять на спину. Тебе нужно из-под меня выскальзывать. Чтобы выскальзывать, это прогиб, это уход этой ногой, и потом это упругий. Он высокий. Мне нельзя его оттуда брать. Дистанция. Вот видите, я куда увожу. Теперь. Где твоя камера? Вот. Через верх утрирую. Да? Еще раз. То есть у вас тогда должно пойти плечо. Спасибо. Как говорится, чего я вам желаю, вам тоже.